Всем привет! Вы на канале «Вкусняшки для семьи». И сегодня мы приготовим легкий и быстрый перекус. Вашей семье точно понравится. А вот и ингредиенты. 2 яйца разбиваем в миску и добавляем 2 ложки сметаны. Хорошенько объединяем. Солим. Добавляем разрыхлитель. Муку. Снова перемешиваем. Получившееся тесто добавляем в начинку. 1 средний помидор нарезаем на кубики. Не забываем про сосиски или вкусную колбаску. А чтобы было еще вкуснее, добавляем тертый сыр. И мелко нарезанный укроп. Теперь все нужно тщательно перемешать. Разогреваем растительное масло. Формируем оладьи ложкой. Жарим под крышкой по 5-6 минут с каждой стороны. Оладьи готовы! Попробуйте, это очень вкусно! Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал «Вкусняшки для семьи». Ставьте лайки, пишите комментарии.